Всем здравствуйте! Старик Гиперборейский снова с вами, а также вместе с нами Инга и Йорн и Мухи. Я приветствую всех зрителей и подписчиков наших каналов. Это не мухи, это светящиеся мотыльки, которые наконец-то могут летать по этим полям. А погодка-то какая стала? И погодка хорошая. Да-да-да. А это все потому, что мощно был убит какой-то гад. Гад, это был предвестник рока был, да. Вот смотрите, гнома вообще его прям даже не видно из-за этой пшеницы или что это такое. Ну, гречка. Там может быть писает, кто его знает. Ну почему сразу писает? Ну кто ж писает-то на хлебном поле? Фуй-фуй-фуй. Припрет, так и не там пописаешь. Так, ну что ж, корова. С коровой мы разговаривали, я что-то не помню. С коровой разговаривали. Корова очень сожалеет, что нас всех не прибило, потому что ей бы хотелось, чтобы нас всех расчленили. А, слушай, я же это самое расчленили. Вот тут мы были. Где-то я тут видел. Мельницу-то видел и какой-то, туда... какой-то этот самый тайный ход. Ну мы же вроде за ведьмой же бежали. Может быть, какой-то другой тут есть путь. Вот мы пришли к корове, да, и я показывал, что куда-то надо вот сюда, сейчас подожди. Вот к мельнице. К мельнице, к мельнице. Вот тут вот есть лестница. Вот сюда, пошли со мной. Во. Пошли, пошли, пошли. Пошли, вот сюда надо идти, во. Ведьма убежала на север, и типа нам надо за ведьмой. А тут есть мертвый магистр, во как даже. Где это? Кстати, здесь надо не забывать лестница. Включать эту. Чё ты там делаешь? Глазки, глазки. Включать. Чтобы... Не укусит вас огоньком здесь. Чтобы духов видеть. Да, слушай, вон тут стоит это. Дух магистра. Давид. Я с ним поговорю, что ли? Скорее! Говоря, я пока обжарю. Скорее, нельзя терять времени. Она похитила его, и никто не знает, что она с ним делает. Так, ну-ка давай-ка подробнее. Ведьма из черного круга сбежала, и у нее в заложниках магистр. Ты же знаешь, на что способны эти ведьмы, верно? Миколь, славный малый, мы должны вызволить его. Так, ну глотать дух я не буду. Ну нету, у нас у всех есть. Да. Всякие мертвые магистры. О, а тут монетки были. Ах ты. Так, ну наверное, вот смотри, тут прямо явно дорожка. Надо как-то сюда. Какая? Что ты там делаешь? Далеко. Я бегу. Дорожка-то она дорожка. Только тут отравиться можно. Можно. Я, пожалуй, вот сюда подойду. Феньки-то по кайфу. Так, о, мертвый фермер. Саля какая-то тут лежит. Тут вообще бог знает, что твое. О, боже мой. Так, все, расходись. Принц прыгает. Фень, ты где? Сейчас фильм сделаем по-другому. Так, будете тут яд жрать или чё? Яд жрать? Ну вы вообще уже гиперборейские. Вы чё-то сохранилось, слушай. Да, это не я. Слушай, а я тут пошел в дом, тут лежит какая-то мадам в доме. Да? А у тебя там дух есть? Включи зрение это спиритическое. Спиритизм? А он отнимет у меня что-то? Не, нет, спиритизм ничего не отнимает. Есть. Вот. Мертвый фермер. А у меня тут потрясенная овца. Так, ладно, ну, давай я с фермером буду разговаривать, а не фермером. С вашими овцами. Дух фермера. Ферм больше нет, фермы больше нет. И все, кто в ней был. Интересно, незнакомцы спаслись? Надеюсь, что так. Очень надеюсь, что так. А чё тут, блин, случилось-то? Давай, колись. Думаю, пришли последние времена. Да, думаю, что это они. Пришли до нас всех. Думаю, это последние времена. Слушай, какая ты тупая ферма. У меня в доме пряталась парочка славных ребят. Молодые ребята. Скрывались от алых. Но потом пришел конец. Интересно, спаслись ли они? Интересно, спаслись ли они? Так, все понятно с вами. Иди, как коров, спасибо, блин, будешь мне тут. Так, подожди, коров, тут есть овца.
Бе, это безумие. Я вспоминаю Великую войну. На Великую войну спросить барана, на чьей он был стороне? Черного круга, конечно. Они, по крайней мере, не пытались скрыть, что они жестокие психи. Так, баран, что здесь происходит? Сиволапые на этот раз совсем глузду. А, с глузду съехали? Интересно. О, это уже баран-хохол. Они тут все крушат. А зачем? И спрашивать смешно. Так, слушай, баран, а ты не против дать мне немного шерсти? Конечно, вперед. Зачем мне шерсть, когда тут все равно все сгорит дотла? Вы достаете ножницы и состригаете с барана руно. Он довольно и благородно блеет. Благодарно блеет. Это будет мое доброе дело на сегодня. Попрощаться уси. Слушай, у тебя, кстати, тоже есть ножницы. Может быть, ты тоже барана подстрижешь, потому что это надо. Этот самый... Я из него сприду ниточку и сделаю броньку. Барбарийски. Так, мне же надо до него еще дойти, а тут везде эти... Пусто. Отравленные. Да ничего страшного, тут она же сразу-то не убьет. Безумие, безумие, безумие. Спросить, что происходит. На чьей он стороне. Так, шерсть дай. А надо сначала все спросить, а потом шерсть. Ну да. Ну, не знаю, может быть. Не обязательно. Нет, больше я тебе ничего дать не могу. Мне нужно и тебе немного, знаешь ли, оставить. Вот так. Так, тут какая-то Салли, в ней ничего, а дух есть тут ее? Нету. Да тут есть. Да, что они скажут? Они скажут. Вот это что такое за домик? Что-то в нем есть. Подожди, домик, осторожно. Кстати, домик, где будет ведьма, наверное, лучше говорить будет с этим гномом. Я так на всякий случай говорю, потому что... А, это печь, можно всякую херню делать. А, да? И она работает? Да, работает. Точно. А, надо же. Что, будешь делать, что ли? Нет, ну что? Я же все сделала. Фин за кадром. Как мы тут, смотри-ка, встали рядышком. Прямо аж. Так, чё, пошли уже, хватит. Пошли, пошли. Вот сюда надо идти, в этот самый, вот сюда, вот где я с этой разговаривал, дурындой, он через него проход. Через вот этот покосившийся дом. Ну, я вижу мухомор и бочку. Сибилла такой телекинез стал мощный. Гвозди были в бочке. Очень хорошо, а то наши заканчиваются. Так, смотри, магистр. Мастерский двуручник, блин, магистерский. Ого. Ну, я его, наверное, сразу в эти, как в товары. В товары, да. Так, ну, значит, здесь есть. Ну, да. Вот у тебя стоит. Дух магистра. Она впереди, вон там. Ловите ее, ловите ее. Так, что ты имеешь в виду, призрак? Она из черного круга, и она выпотрошит вас. Не успеете глазом моргнуть. О, боги, меня ранило. Идите без меня. Не дайте ей сбежать. Так, значит, гнома и вперед. Вот, я вижу уже. Больше нет. Так, а, вот она тут. Это. Мне вдруг стало лучше, словно тяжелый груз упал с плеч. Ну-ка, кто тут? Вот ведьма. Вот Альмира. Она. Альмира, да. И Микаэль. И Микаэль. Влюбленная парочка. Да, Михаэль подраненный. Микаэль. Ну что, мне гномом идти? Ну, давай. Сейчас тогда надо, наверное, тогда отчепиться. Отчепи так. Его. Так, сейчас я принцем. Ну, подай, они же выскочат из дома, или что они сделают, если что? Тогда надо поставить куда-то сюда принца. Ну, я не думаю, что там кто-то куда-то выскочит. Надо сначала поговорить. О, я нашла яйцо. Хватай. Хватило уже. Мертвый фермер. Как бы оно все в доме не началось, вот что я боюсь. Давайте. Сейчас я сюда принца тоже подведу поближе. Так, а теперь гном. Больше, меньше. Чё? Опа.
Краем глаз вы замечаете какое-то быстрое движение. Прежде чем вы успеваете отреагировать, к вашему горлу уже приставлен клинок. А на рукояти вашего оружия лежит тонкая бледная рука. Голос при дыхании мурлычет вам на ухо. Мур-мур-мур. Альмира, гость? Какая дерзость! Ходить без стука. Рука с клинком ведет вас дальше в комнату, потом отпускает вас. Вы поворачиваетесь и видите женщину в одеждах черного круга. У женщины бледная кожа, и она удивительно красивая. На ее лице улыбка, то ли коварная, то ли жестокая. Я готова дать тебе возможность объясниться. Так, убеждение, память, наверное. Ну да, память, по-моему, у гнома больше всего. Заметить, что она не похожа на работницу с фермы. Похоже, она здесь тоже. Так, кстати, может быть, завести принца? Незваная гостья. Не надо никого заводить, продолжай. Че, вы, небось, уже все здесь разыгрывали без меня, нет, да? Я не разыгрывала, но я теоретически знаю, как может теоретически быть. Теоретически она знает. Да. Из литературы, что ли? Так, ладно. Заметь, короче. Успех. Она опускает клинок и с любопытством смотрит на вас. Но причина этого любопытства вовсе не ваш ответ. Она что-то заметила. Давай-ка я просто скажу это самое. Альмира – это одна из возможных учителей нашего истока. То есть, если бы мы не выучили его раньше, мы бы учили у нее. Поэтому однозначно, что она не может быть врагом. Да? А что же она, интересно, такое тому гному заметила? Интересно, не знаю. Ты необычный странник, верно? От тебя так и несет истоком. Это ты виноват в том безумии, что вокруг творится, а? Сказать, что вашей вины в этом нет. Ну, добавить, что вы хотели бы углубить свое познание в истоке. Вот, вот. Видишь, мы к ней это самое учиться должны были приходить. А, понятно. Решив пощекотать ей нервы, сказать, что да, вся эта резня – дело ваших рук. Покачать головой и потребовать объяснить, куда это, откуда это она знает, что вы колдун истока. Ну, это совсем глупо. Так, ну вот первое тогда. Ну, да, да, наверное, первое. Сказать, что мы тут, типа, не при делах. А тот, кто превратил этот коровий край в долину смерти, должно быть могущественным. Да, подожди, должен быть достаточно могущественным, чтобы помочь тебе в этом. Так, да? Да. Так. Судя по твоему виду, ты не станешь отказываться от достойного предложения. Как насчет небольшой сделки? Ты поможешь нам, а я покажу тебе, как призвать истинную силу истока. Она жестом указывает на юного магистра, сидящего на койке в углу. Мертвенно-бледный юноша оцепенело смотрит прямо перед собой, и его плечо замотано, пропитанное кровью, бинтами. Так, ну чего он там замотано? Это Микль. Мы сбежали вместе. Я из Черного Круга, он от магистров. Мы полюбили друг друга, пока я была его пленницей. Ха-ха-ха. Любовь освобождает. Да уж. Что-то вы так друг друга полюбили, что у него здоровья нет уже больше. Так, обновление дневника. Не, ну за ними так гнались магистры же. Миколь сильно рисковал, чтобы вызвать меня из плена магистров. Мы прорвались, но он получил очень неприятную рану. Так что мы укрылись в этой очаровательной лачуге. Ну вот. Но потом, впрочем, я уверен, что ты и сам это видел. Земля разверлась, появилось исчадие пустоты. Пытаться куда-то перебраться было бы слишком рискованно. И вы здесь как голубки, значит, ворковали, да? Еще был какой-то покров разложения, от которого рано Миколи стали все обосновились, все болезненнее. Но он, кажется, развеялся. И на том спасибо. Ну... Так что теперь мы должны выбраться отсюда. Помоги нам, а я помогу тебе. Согласиться помочь, вы поможете расчистить им путь, а отказаться и сказать, что им придется выбираться самостоятельно. Заметить, что неподалеку находится дрифт. Вот вам удалось добраться сюда, они смогут проделать обратный путь. Попрощаться и уйти. Ну что, согласиться им путь расчищать? Ну тут уже так, нет. Так не, мы-то уже убили этого. То есть мы-то уже все сделали. Мы же этого предвестника-то убили. Так что тут это коротенькая эта самая басенка будет. Конечно, то есть уже все сделано.
Ну, согласиться, значит. Ну, да, можешь, да, правильно? Да, да, конечно. Ну, вот басенка-то коротенькая. Просто могли бы сказать, ну и валите сами, все уже и так очищено. Но мы поможем, потому что за поможем они нам дадут. За поможем, да, они должны нам, наверное, дадут что-то, нам что-то дадут, короче говоря, расчистить. Спасибо, спасибо. Так, расчистите нам путь, чтобы мы могли отправиться на их побережье, на север, слишком опасно, там все кишит исчадиями. Помоги нам с Миколем пройти без лишних проблем, мы окажемся в безопасности, получишь все, что хочешь. Так, в ее глазах красноречивее любых слов. Ага, все, что хочу. Все, что захочешь, да-да-да. Так, сказать, что вы убили существо, которое было причиной гибельного разложения, и согласиться и сделать то, о чем она просит. Сказать, что вы передумали. Не, ну мы убили уже его. Ну мы уже его убили, да. Ага. Его уже убили. Она мягко шагает вам, продвигается все ближе. Ее лицо оказывается все в паре дюймов от вашего. Опять мне какую-то порнуху заставляет. Так, я в долгу перед тобой, я уже знаю, что тебе нужно, гономяра. И намерена расплатиться с тобой сполна, Миколь, отвернись. И прямо сейчас скажи мне, ты знаешь, кто я такая? Сказать, что вы считали ее ведьмой, сказать, что она из Черного Круга, ответить, что она ваш должник, как она и сказала. Вы были бы ей благодарны, если она поскорее с этим смирилась. Вот это мне нравится больше. Говори, как хочешь, я не знаю. Вот так, смиряйся давай. Терпение, мой сладкий. С моей стороны было бестактно объяснять, во что ты вляпался. О, боже. Я суккуб. Ах, суккуб. Офигеть. Любовь — моя сила. Она порабощает тех, кого я соблазняю. И дает мне еще больше могущества. Теперь этот аспект моей сущности я должна... через этот аспект моей сущности я должна и наградить тебя. Гном сразу понял, в чем дело. Ничего так, себе, так ну что, ладно. С Миккеля-то это она вытянула. Так, вы понимаете, что ее ладонь нежно гладит вашу руку. Она смотрит на вас, не открывая взгляда. Ее глаза фиолетовый океан, а в них так легко утонул. Но я даю тебе слово, что не стану пользоваться своей силой, чтобы сделать тебя своим рабом. И надеюсь, что ты не воспользуешься тем, что я покажу тебе, чтобы стать жестоким тираном. Согласится, голос вашего божества шепчет что-то одобрительное у вас в голове. А что подумает Микаэль? А что подумает Миколь? Да, Миколь. А что подумает Миколь? Вот я спрошу. Миколь понимает, кто я такая. Именно поэтому нам суждено быть вместе. Ладно, давай, работай, блин. Приступай нахрена. Оплачено. Она лукаво ухмыляется и притягивает вас ближе. Посмотрим, из чего ты сделан, гномик. О, господи. Она целует вас, словно стремясь есть целиком. И ее свет осветляет вас, как жар манит. Что-то началось, блин. Какие-то салюты. Так, рассказчик. Вы проникаете в ее жар раз за разом все сильнее, пока наконец не раскаляется до предела, убиваясь когтями вам в спину до крови, растирая ваш слух воплем, в котором слышатся отголоски первозданного хаоса, и все становится ослепительно белым. Стук сердца медленно успокаивается, когда она поцелует, отпускает вас, зрение медленно возвращается к вам, и вы видите, что Альмира глядит на вас с понимающей улыбкой. Че, гномяр опозорился, что ли? Почему? Боги, какая энергия! Должна сказать, что мне казалось нечему тебя учить, но не останавливаться же, раз мы уже начали. Кроме того, ты так старался, прими это в знак признательности за свои усилия. Если ты уже отдышался, то у меня есть к тебе еще одна маленькая просьба. Мне постоянно достается читать какие-то порнографические рассказы. Почему? Так, выслушать ее, давай. Ну что уж теперь, буду слушать. Благодаря тебе сейчас мне ничего не угрожает. Но я бегу от своей прежней жизни. И всех обещаний, которые были тогда даны. Черный круг поклялся в верности могущественному существу, королю Богу. Это не просто обещание служить ему, это завет. И те, кто принимает его, связаны с королем Богом. Они его вассалы, как и я. Пойми, туман смерти Люциана нас сломил. Мы были побеждены, обезглавлены, а потом с нами стал говорить король Бог. Он предлагал победу, бессмертие, все. Все, чего мы могли бы желать, в обмен на преданность. И как же мы могли отказать?
Когда ты принесешь обет королю Богу, выхода уже нет. Твоя жизнь принадлежит ему. Если ты не выполнишь его приказы или предашь, это конец. Разве что ты найдешь способ разбить завет. И тут нам с тобой есть о чем поговорить. Я выяснила, что существуют древнейшие артефакты, именуемые косами-избавительницами. Да. По слухам, с их помощью можно разорвать любой магический договор, включая завет. Вжик, тарандарандарам, вжик, тарандарандарам. Так, понятно. Дальше. Пока я была в рабстве у магистров, я заметила на раскопках в черных копиях одну табличку. Нанесенные на ней символы были очень похожи на те, что имелись по описанию на этих избавительницах. Она улыбается, представляет на вас фиолетовыми глазами. Ты достанешь ее мне. Маленький шалун. Согласиться сделать то, о чем она просит, попросить еще рассказать об этом завете, попросить ее объяснить вам, кто такой король Бог, сказать, что четко помнить, как она говорила, что вы для нее не раб, и отказаться помогать. Ну что делаем? Не, ну наверное надо, иначе мы просто лишимся приключения очередного. Чего уж там? Ага, гномику и так хватило приключений. Да? А что-то как-то мне показалось, что... Так, ладно, согласиться. Улыбается. Кому нужны рабы, когда есть такие бескорыстные друзья? Слово сказать, маленькая птичка напела мне, что у тебя есть корабль у побережья. Туда мы и отправимся. Погреемся на солнышке, пока будем ждать. А, ну вот, они теперь тоже будут, значит, на этом, на корабле. Так, ну вот, портки какие-то дала, броньку. Сейчас посмотрим. Так, портки мудрости. Прям так и называются портки. Я даже не наводил, а почему-то сразу назвал их портками. Представляешь? А сейчас навел, а там и написано портки мудрости. Обещание вечности. Слушай, да, они пришли на корабль. Так, значит, смотри-ка. Портки мудрости. Рассказывайте. Так, у гнома, кстати говоря, физическая броня 108, а эти 23. Но у гнома магическая броня 22, а у этих 112. Не, портки я не буду брать. Так, 101.68. Это легкие металлические доспехи. Стоят они 1266. И, в принципе, сравнимы с гномьями. Единственное, конечно, что у них нет вот этого интеллекта, шмелекта. Есть только сила, искусство убийства и призывание. Так, сила, искусство убийства и призывание. А еще что на них какие? Все. 14 уровня, это броня. Портки без этого самого, без альтернативно. Восприятие, сопротивление, ядостойкость у портков. Но они дешевые, и как бы понятно, что они хуже, чем эта броня. У брони 101.68, 101 физ, 68 магическая. Плюс 2 силы, плюс 1 искусство убийства, плюс 1 призывание. Уровень 14, требуется ловкость 13. Это твоему фейну только если. Ты знаешь что? Ты смотри призывание это фейну. Да, смотри просто на цену. Вот на цену, вот 1266 они стоят. Так, дальше. Одноручный топор. О, 3440. Слушай, а у меня какой одноручный топор? 3440. У тебя побольше. Но у тебя, кстати, побольше из-за того, что. В этом топоре есть еще какие-то плюсы, кроме того, что. Плюс 2 силы. Плюс 3 инициативы. Ага. Накладывает эффект отравления на один ход. Вероятность успеха 20%. Уровень 14. Требует сила 13. Полтора метра, ну, 1.20 метра дальность. Запас прочности 20. Не, у тебя лучше. Лучше, да? Значит, он стоит он 1148. Пока броня выигрывает. Так, и двуручный топор. Ну, понятно, двуручный мы не будем брать. Да. Тысяча, хотя, по другой стороны, по цене он дороже. 1400 стоит. Не знаю. То ли легкие доспехи, но доспехи, может, кому налезут. Ну, налезть-то они налезут, а вот насколько они там дороже? Знаешь, что бери лучше доспехи, там, если там они... 1266 стоит доспехи. Угу. 101 физическое, 68 магическое.
Ты же можешь там глянуть? 101 физическая и магическая и сколько? 68. Не нужно. Ну просто у гнома как бы у него дороже доспехи, вот, ну он же с гномами сравнивает. У гнома 3550 они стоят. Потому что там руна какая-то в нее вставлена. Ну да, 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 да. А топор стоит 1400 дороже. Значит, бери топор. Он... Просто на продажу взять топор и все. Потому что это вот все, да. Вот, что здесь, оно как бы. Не канай. Так. Беру топор. Угу. Так, ну и деньги тут. И... Руна какая-то. Жезл, правда, еще дали. А слушай, жезл хороший, наверное. Какой у гнома жезл? Ну, ты... Ну, жезл-то так или иначе дали, да? То есть, да, да, равно... да. Еще можно у ну, него... Ну, так ты бери и посмотри, лучше он гномовского или нет. Кстати, гному пора сменить жезл. Там единственное, что у него на жезле... Жезл вот 28-33. О, класс. Но, правда, ядом. Не воздухом, не водой, а ядом. А вот это плохо. Потому что если с нежитью воевать, то он ее лечить будет. Ну, хотя, опять же... Ну, ладно, все, ну, короче, возьми, принимаю, да, потом и... разберемся. Че тут? Сейчас я это самое, зайду к нему в инвентарь. Это Ох, топор Люка. Отдам на продажу принцу. Так, жезл тогда получается у гнома 16-18, это 28-33, но яд. Яд. Ну да, 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 да. А, ну, что вот с ним делать? Не надо. Если уж мы будем гному какой-то жезл искать новый, то лучше искать у торговцев. Вот. Так что жезл, я думаю, что тоже пойдет в товары. Кстати, о товарах. Навыка черная пелена. Это как раз и гномья. А, она тебе дала, а у гнома есть уже. Здесь дело в том, что за кадром наш фейн... полазил по карманам у торговцев и утащил тоже там у них эту черную пелену, но поскольку она была краденая, я ее тут же выучила твоим гномом, так что черная пелена у него есть. Теперь эту черную пелену можно продать. И, кстати, принц, обратите внимание на свой инвентарь. У вас появился там амулет, совершенный амулет, и появился, ну, вернее, была эта лента. То есть, если вы будете торговать, то одевайте пояс и одевайте амулет другой. Потому что на них обоих обмен. Вы себе еще на 2 единички обмен повысите. Ну, просто, чтобы не забывать это самое. Чтобы не забывать. Пояс я вроде уже один раз одевал. Так, ну, короче. Да, да, да. Ну, я к тому, что теперь амулет еще есть. Короче. Все. Книгу, сейчас, в принципе, подожди, можно подожди, пока подожди. Не продавать черную пелену. Значит, жезл продаем, что ли, тогда получается? Ядом, который пуляется. Продавайте. Топор... Где он есть? Добавить товары я делаю. Так, книгу не продавать? Книгу не продавать. И жезл не продавать. А жезл, я думаю, что можно продать. 1100 жезл стоит. Так, добавить товары. Так, что ты там говоришь, мне нужно вот эту фигню одеть? Совершенный амулет, да? Нет, когда торговать будете. Ну, я понял. И пояс таланта. Да. Правильно? Угу. Возмездие, а скорен ли? А, обмен стойкостью. Вот, да, да, да. Это сила, телекинез, знание, обмен. Да, все понятно. Да, там такой обмен, что... Не, ну все равно он увеличится у вас обмен на 2 единички, а это уже не хухры-мухры. Так, ну вот. Ну вот, ну Причепляйте вот. Вашего гнома обратно. Уже причепил, так, хочу узнать. Значит, тайна острова Кровавой Луны у нас что-то тут торговка. Да, и что-то зеленое. А что это за торговка? Вернуться к Эитне. Мы нашли книгу Эитне, нужно отнести ей. Да. Мы не нашли. Я скрафтила книгу «Взрыв трупа». Вот. И теперь можно ей ее отдать. Так, просьба Альмиры. А, про скрижаль. Тайны острова Кровавой Луны. Джан это Варкс. Знает... Сейчас Варкс ехать. Так. Окей. Найти скрижаль Альмиры. Вот нам скрижаль надо идти. Или скрижаль, или торговку вот надо что-то делать. Так, чтобы подожди. Уже как-то закончить. Давайте это самое. Да тут... Дело в том, что здесь нету такого, что пошел и зачистил вопросительный знак гиперборейский. Оно тут будет одно задание перетекать из одной части в другую. Ну давай уже куда-нибудь перетечем тогда. Так, давайте перетечем. Куда мы перетечем? Я сейчас тут бегаю, ищу.
Так, мы тут в райских холмах. Здесь мы были, здесь мы были. Я смотрю, куда можно попрыгать дальше. А вот здесь что это? Подожди, отсюда можно прям залезть, что ли, я смотрю? Это тут... А, это вот здесь мы убили этих тварей. Да-да-да-да-да-да-да. Мы с другой стороны подошли. А можно спрыгать, наверное, туда вниз? Да, вот и тут, я тут смотрю, что-то дорога тут какая-то куда-то ущелье. Идет. Там, где башня Ой, я вижу сортир. Туалет типа сортир. Ну, беги быстрее. Отхожее место. А как сюда люди-то ходили? Скажите спасибо, что вам пока туда не надо. Так, ну ладно, это ладно. А спрыгать я действительно вниз смогу? Не-а. Нет, это уже край карты. Туда... Это декорация. Так, ну ладно, по крайней мере, здесь мы все зачистили. Едем к торговке, отдадим ей сразу, что ты там сделала. Она где сидит? Прям через быструю хрень эту. Так. Чтобы тут уже не лазить. А... Там же тут все равно уже больше ничего не надо. Она, как тебе сказать, торговка-то она торговка? Что это такое, райские холмы? Она была где-то, по-моему, в этом лесу. В монастырском лесу. Пещера у бухты, а как туда добраться? Что это там? Ты нечаянно. Так, ну тогда давай бухта у пещеры кораблекрушителя. Вот туда вот портуемся. Здравствуйте, учусь жнеца. Так, кстати, у нас тут тоже было много что недоделанное. Единственное, я не помню, а тут как-то можно было забраться? Не достать. По-моему, от этой бухты можно было только прыгать туда наверх. Так все как-то очень неудобно. Как ты тут будешь прыгать? Заманила. Это ход был, что ты мне сказки рассказываешь? Исчадие пустоты здесь. Тролль тут стоит. Тролль, да, тут стоит. Как-то мы сюда... Я помню, что мы сюда запрыгивали. Вот. Тут есть. Немного. Шестра. Ну, знаешь, что можешь сделать? У тебя там есть пирамида. Нажми просто на пирамиду. Перемещение. И чё? А их тут они разные вылезли. Да, вылезли разные. Нажимай на розовую. Это розовая? На первая, красную, что ли? На красную, да-да-да. Это у меня. И ты ко мне переместишься вместе с гномом. О, это хорошо. Ну вот, чтоб... А что здесь за красный флажок? Кто тут у нас сидит? Так вот она и есть. Она точно где-то здесь. А, это Эйтная. Вот она, я ее вижу. Да-да-да-да. Так, я просто не помню, давай. У кого эта книга. У Фейна, что ли? А что это Бог говорит, давай. Да-да-да-да-да. Ну давай я перетру с ней. Ну перетри, да, если она... Я просто не помню. Кого. Оно ж, по-моему, в любом случае. Отмена вида жительства, нежить без маски, озирается по сторонам, словно в поисках чего-то. Внятно, в голове ее проворачивает... Голова его поворачивает в вашу сторону, устремляет на вас повелительный взор. Так, на чьей ты стороне? А голос звучит отрывисто, отстраненно, с металлическими отголосками. Вам даже слышится эхо, как будто она обращается к вам откуда-то издалека. Так, Дворинин, сказать, что вы на стороне тех, кому власть принадлежит по праву рождения. Простите, троллевая. А, слушай, ты же, значит, с ней же говорил. Я, получается, значит, ну, не да, раз не да, говорил. Да, 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 получается, что да. Сейчас я с ней поругаюсь, блин. Да, скажи, что на ее стороне. Чудовищно скрежет, она склоняется череп на бок, хотя лоснящееся лицо лишено всяческих эмоций, вы ощущаете ее недоумение. Недоумение куда сильнее. Презрение. Как надо было дворянином сказать? А ну быстро отвечай. Ты за божественный орден или за черный круг? Заявить, что вы поддерживаете божественный орден. Слава Далис! Сказать, что, что черный цвет из моды выходит. Конечно, вы на стороне круга. Зовите, что поддерживаете только себя. Вот так скажу я. Ну. Так, фыркнуть, сказать, что вы никого не поддержите, обе стороны друг друга стоят. А можно и промолчать.
Ты ничего не говоришь, но я слышу в каждом шорохе под ногами, в каждом твоем вздохе. Злодейство, тьма висит на тебе, как скверно подогнанный плащ, как вонючая вторая кожа. Я не могу оставить тебя в живых. О, Год, гиперборейский, ну вот надо же было связаться. Чего вы полезли с ней разговаривать? Уходим отсюда. Ну а что с ней делать? Давай уходим. Что? Я же говорю, подожди, я посмотрю, у кого книга. Нет. А чё ты побежал к гному? У него есть быстрое отступление. Вон ходит, я и пошел. Может, вообще куда хочешь убежать? Ну, прыгалка у него осталась еще. Так, Сибилла тоже отпрыгивает. Насколько можно? Убить эту тварь. Ты, гном, у тебя вышел из боя, ты отойди им подальше все равно. Чтобы опять в бой не войти. Принц. Так, у тебя там то... Ты вообще можешь и прыжок Феникса, и с крыльями. И тоже выйти из боя. Ну вот, и отходи тоже дальше. Так, Фейн сейчас тоже скаканет. Плащ кинжал. Примчалась, дурында. Все, веди ты с Сибиллой разговаривай, ты, она, ты с ней. Так, ну попробую. Попробую. Но у нее частота разума наложена, хитрая. Да. Так, а где она вообще была-то? Блин, где она была? Где? Вот здесь она, вот здесь вот. Она у тебя? Та книга, которую я ищу. Давай сейчас отдай, а потом придем, убью. Убирайся, не желаю, чтобы меня при всем честном народе видели в обществе таких, как ты. А, она еще обиженная. Предложить дар, подарки вызывают прощение. Что за подарок? Так, ну ей не обязательно, ей можно что-то просто дать. Ну, косточку дай ей. А у меня там какие-то сахарные стаканы были. Или сама хочешь поголодать? Кубок, ну еще бы, конечно. Что-то я еще можно путеводитель по Арксу. Держи. Еще путеводитель по Арксу. Все. Дрецы по Госта. Идет. Уйти. Но что теперь делать? А если я ей просто книгу дам? Вот эту. Вот. Я ей просто книгу дала. Отношение к Сибилле плюс 100. Благодарю за помощь. Ну и чё? Возможно, мы еще встретимся в чертогах Эха. Так, спросить, планирует ли она
применить на себе то, чему научилась из вашей книги. Я хочу найти место отдыха, место, где я смогу стать такой, как надо. Так, а ну-ка давай посмотрим. Может, она сама себя уничтожит? Подожди, может... Вообще-то с ней бы поторговать. Стой, подожди. А, черт. Отношения плюс 100. Это же... Давай-ка я за ней прослежу. Что она там будет делать с этой книгой? Лезет куда-то. Назад идет. Да она тебя разводит. Я на торговку. У нее неплохие были заклинания. Чего вы умудрились с ней посраться-то? Я ну и торгует. Что ты не... Давай посмотри. Она не хочет, но у меня нету с ней диалога. Она, видишь, мечется там себе, что-то ищет. Так, гнома не было с ней диалога. Гномом же она не успела поссориться. О, она куда-то исчезла. Один. Да вот она. Где она? Вот она. На карте... А, это кролик-пустырник. Черт бы с ней. Давай убьем кого-нибудь. Так, давай-давай, сейчас мы убьем. Более того, здесь бьется Хананг. И вот мы сейчас с вами здесь... Так, во-первых, надо у нее тут пошарить. А что, у нее тут даже взять нечего, что ли? В ее палатке. То елки с палками. Чернокорень. А, чернокорень мне не нужен. А, все-таки я его выкопала. Так, а, вот, тут еще бочечка есть. Бочек мы обыскивали. Смотри, помнишь, у нас уже был инцидент, когда мы встретились с этой, как ее, ящерицей. И у нас как-то неудачненько прошло все. Поэтому, чтобы прошло удачненько, нам надо прийти, перебить магистров, которые на нее нападают. И таким образом заговорить с этой Хананг. Ну, этой ящерицей, которая там бьется. Вот. Чтобы удачненько зайти... Мы же перебивали вроде. Не, мы потом переиграли. Вот отсюда мы шли, вот отсюда, вот сюда, где этот... Какой-то здесь нейтрализованная кровь. Вот отсюда мы заходить должны, правильно я понимаю? Мы должны заходить вот отсюда. Вот я про это и говорю. Ну да, да. Все, сюда иду. Иду сюда. Так, как мы там идем? Ага, все правильно идем. Я помню, скелеты вот эти тут лежат. Сбила, что стоишь-то? Так, а кстати, а эти самые, как бишь его, магистры-инквизиторы, они такие вроде как добрые к нам. Ну, они-то добрые, пока мы их не треснули. Но нам нужна та самая, ящерица нам нужна. Причем... Короче, вытаскивай вот этого первого. Давай здесь где-то встанем. Сейчас, да. Вот я где ты есть-то? Я иду сюда, я не знаю. Вот он, я стою здесь. Где Финн? Гном тоже здесь. Финн, не знаю, где твой. Ты же с ним в разводе, как я вижу. Сейчас прибежит. А вот здесь какой-то флажок красный. Тоже кто-то, что ли, есть? Ну, флажок красный обозначает... Почитай, что он обозначает. Так это же здесь мы были. Здесь этот... Который нас на кровавую луну посылал. Джан, да. Он тут рядышком. Так, короче, я делаю сохранку. И тащи сюда этого магистра Сибилы. Первого. По одному будем таскать. Вон он там, прям самый первый. Стоит. Мы сейчас его контрапупим, блин. Че он тут у него? 400-400. Да они вообще, в принципе, не это самое. Ну, давай. Ну что, чтобы быстрее дело пошло. Не, подожди, Финн, отстань. Финн, отцепи. Так, и Финна я тогда куда-нибудь вот сюда вот поставлю. Вот на дверь. Прям сюда бросай этих жлобов, блин. Так, не достаем-с. Не достаем-с. Он в траве сидит, и типа его не видно. А ты запрыгай наверх-то. Вот тут же можно куда-то наверх запрыгать.
Можно, но... Сейчас. Я попробую так. Давай я самого дальнего, вот рыцаря. Самого дальнего, а чего не самого ближнего? Они тогда эти-то увидят все. Так бы они не увидели. Почему дальнего-то? Вот этого надо. Магистр-инквизитор, уровень 13. Так, ну вот я его тогда вам под нос кидаю. Так, подожди, стой. У него там что? Так, надо же сразу понять, что. У него одна магия только. Да? Значит, ну, я магия... не знаю, я уже его держу в воздухе. Мне нужно сейчас, подожди, мне нужно принцем сделать себе вот эту штуку. Да. Дай, давай. Ну и где он? Ну прям перед тобой же стоит. Сидит. Че, его не видишь, что ли? А он что, он не злится ни хрена. Нет, он не злится. Ну чего ж ты торчал-то, господи! На тебе за это. Ну ты взяла его... И про Бориски, ну вы издеваетесь, меня... что ли, или что? Меня гном перекрывал, ты понимаешь, я не мог в него ударить. А нельзя было подальше отодвинуть камеру? Может быть, лучше все-таки было бы гному подальше отодвинуть, а не камеру. Так, сейчас, еще раз. Так, спокойствие духа. Подожди, спокойствие духа. Мне же теперь надо, во-первых, ты вылечиться. Так, чтобы этот самый. Так, гном, блин. Мешаешь. Сюда встанем, так. Все? Кидаю. Спокойствие духа накладываю, кидай. А вот теперь и бой сам пошел. Ну, они все согрелись. А, кстати, принц, у вас теперь есть хорошая вещь там. Так, с этим решено. А вот Сибилке придется драться с теми, которые там. А убегай. Мы-то сейчас не в бою. Или там как-то там. Убегай просто и все. Где-то есть. Я прыгнула наверх. Так, ну чё, нам поближе подойти? Куда ты можешь идти? Ну я инкарната поставила, а глядишь, он там их всех, может быть, и уконтрапупит. Так, 2 очка осталось, и мы можем, мы не можем. Так, а что у этого? Там осталось арбалетчица, и остался этот самый. Карнат должен уже ее делать. Вот. Так, а где моя? Вдовушка. А вдовушка, что тебя физический урон наносит. А ты... вот этот же он. Ну он физический, вот этот вот, говнюк. Ну а зачем? Ему, у него нету магической брони, ты гному можешь его морозом добивать, не снимая никакую броню. И
И что там еще? Град у тебя есть там еще? Это всем сейчас достанется. Градом? Ну как это всем? Град вроде не такой широкий. Ну вот и все. Не знаю. А, это Хананг. Хамара это. Хананга. Хананг это. Так, а что, кинжала 3? Нет, кинжала не 3. У него что, это самое, что ли, заклинание, что убить нельзя? Где он есть-то? У него не заклинание, а просто ты ему почему-то стал снимать физическую броню вместо магической. Давай уже, добивай. Так, ну вот. Так, смотри. Ой, неопознанный кинжал, даю Сибиле. Угу. Так, книга «Веер ножей». Даю Ух ты, Фейну. Это Фейну, да-да. Это... А золото забираю себе. Так. А вот этого мы обшмонали, который тут. Ни хрена. Сейчас сбегаю. Так, ну здесь стрелы, деньги, а у него нет нифига, наверное, этот Фейн его уже обшмонал. Нет, Фейн никого нигде не шмонал. Так, гиперборийский, теперь берите вашего гнома и Чего? Потихонечку идите разговаривать с этой Хананг. Как, я не знаю, то есть надо как-то подойти. Сохраняйся только... тогда. Ну как, вот по центру идешь, и все, ничего нет. Ну да. А, магистры мертвы, спасибо тебе, ты хорошо знаешь свое дело. Внутри вас просыпается тягучее чувство, от которого ускоряется сердце и напрягается мускул. Опять мне это досталось. Ваше божество хочет, чтобы вы знали. Это колдунья истока. Она может помочь вам в ваших странствиях. Она может помочь вам стать могущественнее. Она благодарно улыбается вам. Сказать, что ее могущество велико, и попросить научить вас владеть истоком, спросить, что здесь произошло. Можно спросить, теперь она в безопасности, спросить ее, куда она собирается направиться. Так, что здесь произошло, я, наверное, спрошу. Слушай, ну, может быть, все-таки про исток спросить? Я просто боюсь, что потом не будет этого вопроса. А этот вопрос однозначно означает награду и так далее. А, тут я смотрю, у меня в Ведьмаке там ваши эти обожатели. Вот! Вот! Сразу на желтое нажимает. А надо сразу на белое нажимать, чтобы выведать все. Господи, гиперборейский. Во-первых, причем не с моей обожатели, а во-вторых... Они же там и вас смотрят тоже. Ну так они все смотрят, поэтому... Ну, молодцы, правильно. Ну вот так видишь, кто Ведьмак, здесь уже, а это... Здесь уже начинаю проецировать, понимаешь? Да, ну понятно. Нет, да, здесь совсем другая игра. Это если Ведьмак, я понимаешь, не сделал сразу этот желтый выбор, то другие уже не будут. А здесь вообще может ничего не быть. Здесь может быть так, что всего лишь один вариант. Ладно, поисток спрашивает. Она долго смотрит на вас, раздумывая с ответом. Ага. Ты доказал, что действительно друг, но я хочу знать, насколько доброе у тебя сердце. Сделай для меня еще кое-что. Мой ученик Гвиден Ринс остался в черных копиях. Там он со своей семьей, и им грозит опасность. Помоги им, я помогу тебе. Сказать, чтобы попробовать что-то сделать. Ну да. Ну да. Ну да. Я буду очень тебе обязана. Вот и все, видишь, и тех никаких других уже нету. Наверняка ну, да. бы потрендели и... бы. Ну нет, если бы мы потрендели, то это бы тоже исчезло. Да? Мне так кажется, что да. Я уже не с ней, правда, где-то в другом месте я пробовала. И было... А, первый раз, когда мы, помнишь, делали? Почему и провалилось. А что, она да. нас это... Так, а можно с ней портануло. Поторговать?
Ну, поторгуй. Моя героиня, я благодарна тебе. Так, что у нее? Как героиня? Ты с Фейном, она... Так, а, кстати, кстати, гиперборийский, я вам дала книжку, она называется «Эпидемия огня», и ее пришлось тоже выучить, поскольку Фейн ее украл. Так вот, это «Эпидемия огня», почитай, у тебя сейчас есть это вот значение, оно где-то там в конце, есть эта способность. Она активная очень, броня, очень мощная. «Эпидемия огня». Да-да. Сгусток волшебного пламени, которое разделяется при ударе до пяти раз, нанося дохерище урона огнем каждой цели и оставляет с собой проклятую поверхность, проклятую, наверное, поверхность. Да? Mm-hmm. Накладывает эффект некропламя на два хода. Он сразу три этих сожрет, эти штуки. Сопротивление магической брони. То есть это получается мне, значит, морду, спокойствие духа и вот эту хрень. Mm-hmm. На первый ход надо делать, да? А какой у нее дальность? 13 метров. Ну, в принципе, дальнобойная. Она дальнобойная. Она поражает сразу пятерых. И ты видишь, что там, сколько там вообще урон обалденный. Так, слушай, а вот со мной она может поговорить уже на другие темы. Вот можно спросить, что произошло? Тебя это между нами девочками, собственно говоря, да? Да, ничего хорошего, а она говорит. А что-то Фейн в нее там влез, блин. Не знаю, Фейн никуда не влез. Фейн стоит наверху на ступеньках. Да? Я отправлялась на райские холмы, чтобы обучить молодого колдуна Истока по имени Гвидейн. Но на нас напали магистры. Мы дали им отпор, и наш Исток привлек исчадие пустоты. Поеживается. В том ужасе, что разразился потом, точно так же виноваты магистры. А, так это не она ли виновата в резне на райских холмах? Какая резня? Ну ладно. Виновата? Нет. Но я сожалею об этом. Если бы магистры не пришли, ничего бы не случилось. В том, что наши таланты привлекают пустоту, нет нашей вины. Мы — это не проблема. Мы — это надежда. Так, а почему ты бежала именно сюда? Я направлялась туда, где, как я думала, найду друга. Друга, о котором я тебе ничего не могу рассказать. Магистры поймали меня в ловушку. Но, похоже, я все-таки нашла друга, улыбается. Хоть и не того, какого ожидала. Так, теперь ты в безопасности. Куда ты собираешься отправляться? Когда магистры немного остынут, я вернусь домой, в Империю. Пока же буду прятаться здесь. Думаю, это достаточно безопасно. Она застенчиво улыбается вам. Это очаровательно, и это может оказаться ее трюком. Весьма вероятно, что она вам лжет. Такая прям застенчивая, только что тут метала молнии. Так, все, давай, отваливай, а то сейчас она начнет, блин, опять. Не-не-не. Так, сейчас. Новости о Гвидейне Ринсе нет, а спросить, правда ли, что бомба тумана смерти и ее рук дело, как утверждает Занисима. Мое величайшее творение и мельничный жернов на моей шее. Да, это я сделала бомбу, и верно, я преданно служила Люциану. Я сделала то, что он просил. Стала бы я делать это снова? Нет, не стала бы. Так, все, уйти. Я задолжала тебе и долг отдам. О, что-то она дала. Книгу навыков... Она разводит руки, и между ними открывается крохотный портал. Из него падает книга. Ловко подхватив ее, мастер порталов отдает... Слушай, так может быть, каждому надо с ней поговорить, и она книгу даст. Всего наилучшего. Фейн. Ну-ка, давай лови тетку, пока не ушла. Мой герой. Дальше. Внутри. Так, бомба тумана. Трам-пам-пам. Уйти. Всего наилучшего. Да хрен-то она тебе даст. Так, ну ладно. Ну, попытка не пытка. Попытка не пытка, а нам пора серию заканчивать. Ну вот идите тогда сюда на ступенечку. Иду, иду. О, великий. Только вы какой-то уже, слушай, почему-то ваш принц почернел. А нет, красненький, но какой-то темно-красненький. Что ж, давайте заканчивать, отправимся дальше. Да, ну что ж, на сегодня, уважаемые зрители и подписчики, на сегодня это все. Спасибо всем тем, кто посмотрел. До свидания и... И пока.